Летние каникулы продолжаются, а значит, у славянских ребят еще есть возможность посетить интересные мероприятия, которые для них проводят учреждения образования и культуры. С началом каникул в детской библиотеке начал работать летний клуб «Солнечные улыбки». Каждый вторник и четверг с 10 часов утра до 12 часов дня здесь проводятся интересные тематические занятия для юных славянцев. К примеру, на этой неделе состоялась экономическая игра «Бизнес сказочных героев». Ребята отправились в удивительное и увлекательное, а еще веселое, необычное и познавательное путешествие, чтобы узнать историю денег с самых разных времен до наших дней, разобраться, в какой стране и за какие товары расплачивались, как бобами, сушеной рыбой и солью, когда появились первые золотые и серебряные монеты, а когда первые бумажные деньги, и даже совершить полезные и выгодные покупки, обменяв на ракушки яркие фигурки из пластилина. И, конечно же, вместе с героями сказок ребята познавали азы экономики, пытались получить доход от вложенных денег вместе с Буратино, считали прибыль вместе с состоятельными кротами, заработали огромный капитал вместе с госпожой Белладонной и искали самый настоящий вклад в деревню Простоквашино. Посетить летний клуб «Солнечные улыбки» в детской библиотеке может каждый желающий. Приводите своих детей, здесь очень интересно.